Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Google Pixel перейти в режим Boot Mode. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство. И затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения плюс кнопка громкости вниз одновременно несколько секунд. И после этого попадаем в данный режим. В режиме Boot Mode, используя кнопки громкости, можем перемещаться. Используя кнопку включения, можем сделать выбор. И здесь у нас имеются такие опции, как старт, Restart Bootloader, Recovery Mode, Barcodes и Power Off. Если хотите выйти из данного режима, либо же выбираем вот эту опцию Power Off и просто выключаем наш телефон, либо же опцию Start и его перезапускаем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!